Стан, набор тебе пизда. Какая села. Опять стан. Дерево не может твоим контролем, да? Да-да-да-да. We'll be right back.
Может, что-нибудь. Ай. Слакать не будем. Да. Ты его видишь? Ну, знаешь, что будет? Что, блин? Что будет? Я вроде там.
Сколько вы там? Thank you.
Никому не нужны. Эта башка тоже никому нахуй не нужна. Я тоже ее хочу без ГП. Какие запы отдали вчера без ГП, расскажите. РДД. Которые паролы? Да, которые паролы. Блять, мне нужно, но я хочу без ГП, я хуею. Подумай. Потому что больше никому не нужны. И? Ты забираешь нужную тебе вещь. Неправильно, это тактикой пользуешься. Ты говори мне ненужного, я бы взял. На ПВП скажи еще. Да. На третий спек на ПВП. А на четвертый спек мне надо. На трансмут, блядь. Угу. Не, на трансмут там до хана. На трансмут на ПВП спек, надо было так сказать. Тася, почему люди два дня в гильдии, которые идут в рейд? А я сейчас на замене сижу, скажи. Я сейчас смотрю, кому что надо. Это раз. Два. По вот приору эти... смотри, кому ну, что надо. Хорошо. Я тебя спрашиваю, тебе надо. Ты мне говоришь, я забираю без ГП. Что значит, я забираю нужную мне вещь без ГП? Ты нормальный? Вот просто объясни. Вчера отдали без ГП, я тоже. Отдали без ГП, то, что никому не надо было. И оно либо пылилось, либо нет. А ты идешь, говоришь, что мне это надо, бери меня в рейд, потому что мне это надо, но без ГП. Нормальная логика? Или я ошибаюсь где-то? Ты же разбойник, тебе вообще должно быть похуй на ГП. Взял с ГП нахуй, скажи за двойное возьму, блять, хочу в рейд, и все, тебя возьмут сразу. Сначала нехуево было появляться вовремя, к началу сбора, блять, а не спустя 15 минут. Нормально. Слушайте, а Настя вчера что забрала? Токен вроде. Угу. Пашка, фен у нас нету пока места на замене. Паша, тебе так же накинул, как и вчера. Он вышел из дискорда, тут челик, да? Какой челик? А он про тебя. Всех... Нет, он не вышел из дискорда. Бита 0 из 0. Это нормально. Это всегда так будет. Приму КД за 100 г.
Не, я помню, не за 100 г, за... Хотя ты был на замене или нет, я не помню. Ну, я был на замене. Я когда висел просто. А, ну значит, хрен тебе даже 100 голды не дадут. Ну ладно. Попытка не пытка. Проспаемся. Проспаемся, самолимся, погнали. Хватит растягивать, блядь, чё обычные арка вести. Да, не сможешь. Только сейчас это сделаем. Да, будет. Я опять в офицерку буду докидывать, то есть тогда. Угу. Еще один шкаф. Лёва, а шаман какой? Энг или Элем? Энг. А у тебя первый бурст через какое время? Так сразу. Прям сразу с пула? Ну, по факту у меня типа бурста нет, у меня сразу идет ровный дамаг. А, даже так? В 2-10 идет бурст, а так... Так, вылетать сегодня будет кто-нибудь сразу? А чё там Кокич хотел забрать без ГП, блять? Шапку, походу. Да, бошку скилли. В итоге никому не будет нужна. Да забей. У Таси в приоритете свой тактик. Поэтому я вчера не попал на Сильвера, с которого мне нужна была одна. А пошел ты в Коку, кстати. Держи в курсе. Че? Это тебе приоритет. Так, кушаем рыбу, даем фулрибаф. Ну скажи тогда, почему человек, который два дня в гильдии, идет на киля? Потому что твой статик. Я так бомбу трогаю для начала. И что? А я не бомбу трогаю, да? И потому что у меня вчера что вытворилось? Вы даже каст бить не можете, господа. Там сейчас еще вары будут получать пиздюлей за всю такую. Только ты на госте был не первый раз.
Да, да. Там танки сбивают каст, если что. Два танка, да. Или сбивали каст. Поэтому мы три каста просрали. Да? Там... Где? Там один танк не собьет каст, там один мишка был, там второй. Там сбивали макрос, там сбивал гуннер. Ну, макрос, да. Потом подключились фары. А троги ноль. А потом мне Рога говорит, хочу пойти лутать без ГП, почему бы и нет. Не, можно интересно, просто не как попасть. Как там Гуннер сбивал косты? Расскажите мне, когда он наглядывает. Вы им опять много разговариваете. Давайте соберемся, проносим и уходим. Подожди, я смотрю, что давайте. Так. Пускай разбираются. Время боя. Не, ну вдвоем на одного нечестно, алло. Так Полик пойдет с фанатом сегодня, Лер, слышишь? Ты будешь стоять в звезде. Алло, ну, как она, Паша? Алло уходит на квадрат. Нормально? Не, пускай там Полик будет, тогда уже хер с ним. Так станешь в звездочке, какая разница, здесь будет ли там. Так, по танкам у нас. Макро, давай-ка ты пойдешь на квадрат. Вместе с бас-лопатой. Войд всяко пойдет на череп. Мурдоку на ромб. И фанат на трусы. Ты луну с крестом не представляла? Поменял их местами. Нет, это про то, что далековато. Нет? А трусов нет. Ну, если он будет их как раз метки там держать, то нормально. Полик, давай обмен. Антир, хочу ты обменял. Лопата. Да ничего, ничего. В общем, без аппарата. Я ему сейчас дам. Рыбешка, бафы.